Всем доброго времени суток. Сегодня я хочу вам показать потрясающий оракул. Оракул от Селены Знаю называется «Серебро Луны». Он такой красивый, он такой большой. Конечно, с размером, может, я немножко переборщила, но хочу вам показать. Давайте мы начнем. Я его разделила на три части. Просто я вам пока буду показывать картинки. Вот если взять обычные карты, да, вот смотрите, обычные карты у нас вот. Вот обычные карты, вот он. То есть, да, он, конечно, его берешь, там такая мощь, что аж мурашки бегают. Я разделила на три части. Это очень хорошее, как я для себя, мне так будет легче их выучить. Называется первая карта «Улыбка фортуны». Такая вот красивая карта, положительная. Эта карта называется «С чистого листа». Эта карта называется «Путь». Девочка пошла, выбрала свой путь, побежала на поезд. Начинается новая жизнь, да? Эта карта «Свет». Очень добрая, очень позитивная, очень светлая. Выгода, ну тут все понятно, то есть сами картинки очень качественные, очень красивые. Звезда чем-то ассоциируется с Таро звездой, да. А звонарь тут такой тоже интересный, светлый образ. Интересно, вообще образы прекрасные. Лекарь что-то делает. О, властелин воды, какой мужчинка. Властелин ветра, тут прям ух. Таинство. Девочка зажигает свечи. О чем-то мечтает, наверное, да? Переправа. На другую сторону. Отпустить все и переплыть, да? Сила тоже чем-то напоминает карту Таро. А, ветер перемен. Такой красивый. Семья. Очень хорошая тоже карта. Семья. Тут есть карта предложения, тоже прикольная. Властелин земли, такой мужчинка, такой, ух, классный тоже, да? Это у нас ангел судьбы. Да, это потрясающая карта. Благословение высших сил. Скорость. Союз. Союз, который благословлен, я бы так сказала, да? Ученик. Ученик. Потом есть шанс. Есть танго. Здоровье. Ну, тут все понятно. Любовь. Любовь. Мужчина. Мужчина. Коронация. Тоже такая интересная карта. Но я ее пока в хорошей записала. Но тут тетка такая, очень такая своенравная, я бы сказала, очень гордая и очень немножко где-то холодная даже, да? Ну пусть пока в этой полежит части, да? Несу добро, это все понятно, несу добро, счастье, женщина какая красавица. Опора, прикольная карта, тут такие мужики за ней стоят. Блаженство. Блаженство интересное. Встреча, да, встреча тоже красивая карта. Случайность и не случайная, да? Дары. Прикольная карта, дары. Потом идет доверие. Доверие тоже очень хорошее. Две собаки огромные и ребеночек. Дети. Карта дети. Карта помощь. Помощь. Угу. Карта под защитой, карта дом, карта романтик. Такой мужчинка, прикольный романтик, праздник и живая вода. В общем, ну, я так для себя их, да, положила, что это мне карты сказали, что они мне нравятся, что они хорошие. Теперь смотрим те, которые несут такой оттенок. Плюс-минус, да? Ну, тут есть разные, но больше, я бы сказала, минус. Клятва какая-то такая. Какая-то такая. Грешник. Да, точно, что грешник. Один мужик и куча баб.
Абсурд. Ну да, то есть это такая карта, карта абсурда. Жалость. Тут тоже все понятно. Жалость – это жалость. Петля времени. Кто-то где-то застрял. Или в прошлом застрял, или вообще застрял. То есть, короче, застревание какое-то. Жернова. И тоже эту карту, не знаю, то ли их в черную положить, то ли тут оставить. Жернова, я так понимаю, сейчас их как перемолят, так мало не покажется, да? Ну, пока пусть стоят тут. Замкнутый круг, понятно, мальчик сидит, босой, без денег, все плохо, птички черные летают. Нужда. Затворник. Наблюдение. На грани фола. Да, интересно такая карта. Жертва следующая у нас идет. Потом идет карта стагнация, когда все стоит, да? Все замерло. Какая-то интересная карта. Сумма сбродка. Да. Загнанные клячи. Ну да, уже совсем загнанные. Тут загнанные, перезагнанные. Блин, где как ее достать? Заклинатель змей. Очень интересно. То есть в вашем окружении точно есть какая-то змеюка. Фамильяр прикольная. Ну, наверное, надо в хорошую, да, засунуть, да? Фамильяр, она же вроде хорошая. Ну, я подумаю насчет нее. Монах. Вот с одной стороны, монах, он вроде бы как бы сам монах и ничего, но мне не нравится, во-первых, тут у него цепи на руках, головы не видно, какой-то он там ключик держит, но он какой-то очень таинственный, перетаинственный. Надо будет значение почитать. Там Селена мне выслала значение всех карт, но я, конечно, их еще не открыла. Не, руки не доходят. Золотая лихорадка. Почему бы заположила в эту колоночку? Потому что тут, видите, у девочки глаза уже черные. В одной прям. Угу. Когда человек жаждет только денег и больше ничего, это уже очень плохо. Казенный дом. Какой-то с привидениями, я бы так сказала. Дом с привидениями, да? Вечность. Какая-то вечность, кто-то очень много ждет. А тут бродяга. Бродяга, очень тоже интересная интерпретация. Соблазн опять, один мужик, двое теток. Вот есть карма. Есть у нас беглецы. Есть у нас расставание. Сейчас, секундочку. Ой, малая позвала, отвлекла. Так, вот у нас еще карта закон. Неразлучные, но тут, видите, на заднем плане стоит еще одна. Кто-то точно мешает. Полнолуние. Переход. Коварство. Какие-то пустые хлопоты. Отражение. Пустоцвет. Разочарование. Наверное, мы ее сюда засунем, да? Да, сюда засунем. Осиное гнездо. Жребий. Слабость. О, я смотрю, а камера чуть выше. Надо смотреть, как там показывает. В общем, это такие, да, такие вот. Теперь пошли по самой жестокой части. Такая тут, конечно, тема чернухи, да? Карта мести. Карта мести. Угу. Очень прикольная. Карта называется «Сиди тихо, не буди лихо». Омут. Ну, город душ, я так понимаю, что это кладбище, да? Город душ. Дурной глаз. Ой, так на мою соседку похоже. Ну, прям копия. Властелин огня. А, нет, наверное, это надо не сюда. Это надо туда. Да? Да, это в первую часть, там, где все идут властелин земли, властелин воздуха, воды, это туда. Так, адский жнец.
О, господи, тут даже головы висят, смотрите. Угу. Такой страшненький. Какое-то перепутье. Выбирай, но осторожно. Вот не знаю, куда эту карту, но я пока тут оставлю. Я, может быть, даже отдельно сделаю, чтобы негатив смотреть тоже, проверять, что там будет он показывать. Пепелище. Ну, тут все понятно. Может, такое пепелище. Ой-ой. Сумрак. Пропасть. Карта пропасти. Опой, понятно. Упоили. Кукловод. Вор. Блеф. Снежный ком. Тут вообще такое прям... Все и сразу, да? Слепая зона. Человек не видит, что происходит. Наколдовали. Ну, нежить тут вообще жесть. Нежить. Заговор. Симпатичный. Князь тьмы. Черная месса. Столкновение. Какая-то страшная тетка тоже, чаровница. Земля проклятых. Ну, разочарование сюда я поставлю. То есть, видите, тут, короче, вот так. Можно, конечно, его перемешать полностью, чтобы это было один большой, да. Но я, наверное, сделаю отдельно два. Первый, второй перемешаю. А этот у меня будет чисто для смотреть еще на негатив, на магический. Я буду еще уточнять на этой колоде. Мне кажется, тоже будет очень даже интересно. То есть, на самом деле, потрясающий оракул. Я его когда увидела, увидела совершенно случайно. Ну, знаете, когда увидел и влюбился, и все. И пошла покупать. Он, конечно, не дешевый, но мне кажется, что он того стоит. Очень оригинальные значения, очень оригинальные картинки. Посмотрим, как он в работе. Будем его тестировать. Я думаю, что будет просто прелесть. Все, всем спасибо, пока-пока.